Около 2 месяцев назад во дворах Советской улицы началось долгожданное благоустройство, которое здесь не проводилось порядка 10 лет. Из муниципального бюджета выделили средства и приступили к работам. Местный депутат Павел Русаков провел с жителями не одну встречу, чтобы выслушать пожелания людей и составить наиболее удачную схему реконструкции. Все же устаревает, да, ну, то есть мы понимаем, что и нормативная база меняется, то есть все обновляется. То есть, допустим, детские площадки там 10 лет назад уже не соответствуют по нормативам, по всем и по ГОСТам сегодняшним детским площадкам, и даже не отвечают тем требованиям и запросам жителей, которые есть на сегодняшний день, потому что мы живем относительно близко с Москвой, там совсем другой уровень детских площадок, мы должны как бы догонять, и мы стараемся догонять. Комплексное благоустройство затронуло сразу 3 двора – от 15 до 3 дома. Асфальтировали все пешеходные дорожки, тротуары и проезжие части, увеличили парковочное пространство. Теперь здесь более 30 новых машиномест. Установили столбы освещения, провели озеленение, отремонтировали входные группы домов. На реконструкцию дворовых территорий было потрачено около 9 миллионов рублей. Сложности были с перестановкой автомобиля, но они с этим справились, и жители здесь помогали очень активно. Завершить окончательный процесс производства работ должны уже до 1 сентября, это точно. Для молодежи здесь предусмотрели спортивную площадку, для малышей обустроят несколько игровых зон. Совсем скоро эта территория между 3-м и 5-м домами по Советской улице преобразится до неузнаваемости. Здесь появится современная детская площадка, соответствующая всем нормам. Прорезиненное покрытие, безопасные игровые элементы. Предположительно, работы завершатся к 1 сентября. После завершения благоустройства комфортно во дворах будет и старшему поколению. Практически у каждого дома будут стоять лавочки, которые очень востребованы для людей, которые на сегодняшний день на такой прекрасной благоустроенной территории будут прекрасным ее дополнением. Но это не последняя дворовая территория, в которую мы заходим. На сегодняшний день в городе Видно проводится большая работа, связанная с благоустройством. Я думаю, что не первый раз с вами здесь общаемся, еще покажем не одну дворовую территорию, которая приобрела новый облик. Чтобы проследить за ходом работ по благоустройству, территорию посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Большие работы проведены и масштабные. Поговорили с жителями, все довольны. Ну, чуть-чуть осталось поставить лавочки, урны. Конечно, проверим, приедем, посмотрим, сделаны ли. Но я на 100% уверен, что через неделю все будет вот так, как и запланировано заранее. Большое внимание при реконструкции уделили деталям. Парковочные столбики необходимы, чтобы автомобили не могли заезжать на тротуары. Ливневки не позволят воде попадать под фундаменты домов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.